Ничего не светится, да? А может как-то выключить этот свет? Да видно, ну а тут отсвечивает лампы сверху, вон все. Ну видно, что оно светится, в принципе. Магнит нагревается не кисло. Ну сейчас вроде как не. Ну и ток, правда, там 3,5 ампера, 3,4. Ну это выброс хороший идет, выброс идет. Самое забавное, амплитуда получается делителем это 1330 вольт, а РМС 410 вольт, но за счет пилы лампочка на 220 еле бдит. Ну и частота, наверное, большая, 6 кГц все-таки.